Можно много говорить о любви к Анапе, а можно просто делать свое дело хорошо и успехом поделиться с городом. Глава курорта встретил полное понимание предпринимателей с Анапского шоссе. Да, дорожки пешеходные устарели, и пора было их поправить. Бизнесмены и сами это понимали. На замечание Сергея Сергеева ответили обещанием все к началу весны благоустроить и слово свое сдержали. Хотелось, конечно, чтобы каждый предприниматель это также понимал, чтобы это все было на совести каждого. Ну, благоустройство города – это лицо, это наше лицо. Приятно, когда после проделанной работы это все это видишь, когда это все твоими руками это все сделано. И немножко на душе приятнее становится. Много лет назад три предпринимателя – Верхотуров, Панченко и Потылицын – начали общее дело. В нем они преуспели не только потому, что много и усердно работали. Они известны в городе своим уважительным отношением к делу и людям, его создающим. А еще ребята искренне любят свой город и готовы быть примером в том, чтобы создавать его новый современный облик.